май гад! Вау! Ой, горло нахуй сорву, чувствую я. Здорово, ребят, меня зовут Санчо, сегодня с вами будем играть в Bubble Quest. Bubble Quest произвел реально какой-то непонятный просто фурор, хотя по сути, ну что там такого. Поэтому сегодня решил и я записать видео про него, чтобы показать его вам. По многочисленным просьбам второго Б-класса данная игра вышла в свет. Вообще меня крайне поразили эти комментарии, вот просто послушайте. Здравствуйте, хочу сообщить о проблеме. Недавно, 2-3 дня назад, я скачал Bubble Quest и выбил Дору. Потом через несколько часов я заметил, что в Бабле обнова. Когда обновил, посмотрел, а Доры нету. Вместо нее у меня тульский пряник. Добро пожаловать в Bubble Quest, кликуха на районе. Черкани сюда, мне нужно что-то по-брутальному. Меня будут звать... Настя, как бы меня звали на районе? Забивной. Меня будут звать Забивной Кирюха. Нажмите, чтобы... Мне сразу, чисто сходу, мне дают уже контейнеры. Нажимаю. Итак. Амогус! Ту-ту-ту-ту! Итак, мы присутствуем в нашем главном лобби. Что у нас есть? У нас есть рубли, какие-то гены. И есть магазин, который я сразу же почему-то начал открывать. Квадратненько личко. Какой-то анонимус нас встречает. Ну-ка, откроем, что это? 10 рублей умножить на 37. И 8 ген. Классический ящик, ящик анонимуса. Дайте мастера. Обезьяний ящик. Можем получить особую акцию с Блеоном. Но Блеона тут нет. Скин на Блеона «Красная Москва». Скин на Хуги-Вуги Project Red. Ничего себе. Мне очень нравится, вообще в этой игре есть донат. Выгоднее всего потратить 9000 рублей и купить себе 2000 генов. Гемов. Нет, гены. Все равно у меня гемов не так уж и много, поэтому давайте потратим на тюбер ящик. Ну, я же тюбер. Ну-ка. Так, он немножко пиксельный, но я думаю, это нормально. 34 монеты. И... Бесконечная ульта, эпический! Бесконечная ульта Мортиса, это, наверное, кто-то мемный, да? Какой-то хайп. Еще тут есть Bubble Pass, путь к славе. Мерлоу. У нас есть Котольд. Гены, 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 рубли, гены, гены. Слава Бэбру! Ладно, хорошо, давайте уже зайдем в игру, потому что, если честно, я вообще не понимаю, как тут, что примерно будет происходить. Так, все, нажимаем играть. Что за... Что, блять? Что? Я... Подожди. И все в этом суть игры? Это просто, по сути, дабл джамп? Извините, я ёбнулся уже на... Блять! А так-то затягивают нормально. А в чем суть-то вообще? То есть я смотрю рекламу, зарабатываю гемы, получаю рубли. За эти рубли я открываю паки, получаю скины и прыгаю. Но мы на фоне жилплощади какой-то прыгаем. То есть у людей, во всяком случае, в окно хороший вид. Блять, я еще и проебываю, мне нравится. Или нет, или все-таки зарабатываю. Да, я, походу, заработал 3 рубля и заработал 3 гема. Так реально выгоднее всего просто смотреть рекламу, потому что один рекламный ролик это 70 генов. Итак, спустя 30 минут кликаний непонятных, я накликал себе 1700 генов. Я не уверен, вообще, я бы хотел открывать тюбер. Монет. Да чего, монеты? Гем. Блин, я камень! Ну, это, я думаю, бесконечно можно продолжаться. Ладно, хорошо. Так, чтобы не травмировать мою психику, давайте, пожалуй, остановимся. 3 гема и 4 рубля. Отлично. Давайте я даже подставлю фон такой, чтобы он к нам подходил. Чтобы, знаете, мы немножко сливались с дикой фауной. Опять рубли? Дайте угадай, гем? О, боже мой. Чтобы вы понимали, я открыл уже штук 5 тюбер-ящиков. Мне еще ни разу не выпал перс. Одни рубли и 2 гема. Данжен ящик. Мне кажется, оттуда может выпасть что-то интересное. Хаги-ваги. Почему-то я не знаю. Почему-то я думал, что оттуда выпадет хаги-ваги. Я нажал кнопку, у меня все зависло. Блять. Опа-на! Что? Опасный анонимус, обычный. Ты что сделал? Ты серому камеру прострелил. Монеты. Гемы. Еще раз. Монеты. Гемы. Ну-ка. Монеты? А теперь гемы. Монеты? Гемы. Хорошо, тюбер ящик, давайте, пока что дал мне больше всего. Не буди! Да буди, да будай. Лабуди, лабуда. Опа-на, что? Хотелкин. Хочу оливье, а еще редиса по скидочке. Чупапи манки! Вау, вау. Ой. Опа, на, манки Максим эпический, кто это? Что-то скины полетели. У меня сейчас 3 скина подряд из одного из ящиков. 3 ящика, 3 скина. Да, я слышал о параде планет. Интересно, на какой площади его проводят? Монет...
Почему мне так подряд скины пошли? Валентина Анатольевна. Обычный. В значит Валентина Анатольевна. Так, ладно, хорошо. Дабы хотя бы... Вот так вот нормально. Выпадал какой-то скин, который прям мне зашел. Вот он. Не буди. Ну-ка. Честно, я не знаю, что вообще сегодня происходило. Суть этой игры весьма бредовая. Если вам это понравилось, то это странно. Но пишите в комментариях, лайкайте. Я думаю, как минимум еще одно видео, но я сниму. Лайки, подписки, колокольчики. Всем пока!